Приветствую вас. Смотрите, во-первых, то, что касается препаратов, да, я думаю, это вам все-таки в раздел медицины больше. Вот. Не в раздел психологии, в раздел медицины. Именно там вам в общем и целом помогут как раз с тем, чтобы, ну, подобрать препараты, вот, чтобы подобрать лечение, если оно вам нужно. А что касается психотерапевтического аспекта, то я не очень понимаю, что значит вам не легче от общения с психотерапевтами. А психотерапией нужно заниматься. Психотерапия эффективна, когда человек сам не участвует, а не просто ждет, когда ему помогут. Ваша вот такая глобальная проблема заключается в тревожности и в напряжении. Вот. Ну, таком. Постоянном, да? Вот, и, соответственно, в этом направлении, в принципе, вам как раз-таки нужно двигаться, на мой взгляд, вот, в том числе посредством психотерапии, вот, я думаю, такая история. Но опять же здесь нужно смотреть и разбирать, в чем, ну, проблема ваша конкретно. Вот. Вот, в принципе, такая вот история. На этом все. Я надеюсь, в принципе, что помог вам. Надеюсь, вы найдете своего специалиста. Вот, и сможете с ним решить все свои проблемы, которые, ну, у вас есть на данный момент. Желаю вам всего самого доброго.